Маленький Руслан и активная жизнерадостная Николь – ровесники. Новый четвероногий друг появился в семье Ларисы Шаплыгиной, когда мальчику было всего 2 месяца. И с тех пор малыш и собака не разлей вода. Вместе проводят время на свежем воздухе, играют и узнают этот большой и неизведанный мир. Щенка дворовой породы Лариса взяла из городского приемника для животных. Это все у нас происходило под Новый год, в канун 2016 года. И очень хотелось кого-то осчастливить, вот именно подарить счастье кому-то. Мы решили взять собаку из приюта, ну, потому что экстерьер – это не главное, главное – душа. Николь хорошо уживается с другими питомцами в квартире и не доставляет больших хлопот в быту. Она полноценный член семьи и отличный вариант для маленьких детей, считает Лариса. Общаясь с Николь, ее внук Руслан учится ответственности и состраданию к ближнему. У меня даже язык не поворачивается называть ее собакой. Это душа моя. Вот. И ей можно все. Команды мы применяем только на улице ради ее безопасности. А дома она полноценный член семьи. Вот, диванная собачка. Николь повезло. 3 года назад ее домом были клетки и вольеры приемника для животных. Но благодаря неравнодушию людей она обрела семью. Сегодня в приемнике живут около 20 собак разного возраста, которые каждый день ждут, что за ними придет добрый и ответственный хозяин. Главное понимать, для чего собака нужна, кому собаку вы берете, вот, и сможете ли вы в дальнейшем за ним ухаживать. Помимо того, что кормить, их нужно выгуливать обязательно. То есть прогулки – это минимум 2-3 раза в день. А когда они маленькие, это до полугода, они постоянно ходят дома в туалет. Естественно, это проблема, то есть с этим нужно будет бороться. Это частые выгулы постоянные, кормление постоянное. Братьям нашим меньшим нужна забота и ласка не только по праздникам. Подарить свою любовь и стать настоящим другом для верного и отзывчивого питомца может каждый. Главное помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили. Городской приемник для животных расположен по адресу улица Зернова, 24А. Более подробная информация по телефону 6 12 10. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.